офлайна в нашем бизнесе это очень важно. Как вы зарегистрировали человека, неважно, брата, сестру, соседа, вы являетесь оплайном, путеводителем для этого человека. И вы должны быть честны во всем, в своих действиях, должны быть пунктуальны, потому что вы показываете ему этот бизнес. От того, как вы относитесь, зависит в дальнейшем, какая будет у вас дубликация и какая команда. Многие, зарегистрировав человека, не понимают, не берут ответственность, из-за этого потом команда страдает. Но через некоторое время, когда у вас команда растет, вы должны как оплайн расти. Вы уже не оплайн для двоих людей. У вас уже большая команда, вы должны личностно расти. Быть оплайном – это нелегко, но это этого стоит. Уважение надо заслужить. Оплайн – это пример, как мать и ребенок. Мама же всегда заботится 24 часа и 7 дней в неделю о своих детях. Точно так же. Если ваши даунлайны будут успешны, как оплайн вы будете успешны? Многие оплайны хотят быть оплайном липовым. Просто на каких-то мероприятиях появляются и так далее. Но если вы в действительности оплайн для команды, вы должны за них идти в грязь, подниматься вместе в гору, падать вместе. А не когда быть рядом, когда даунлайном всегда все хорошо. Оплайн – это очень сильное слово, его надо заслужить. Всем оплайнам желаю быть честными, конкретными, пунктуальными. Сказали – сделали. А не просто рисуете картину хорошей жизни, как заработали свои комиссионные и пропали. Потому что каждый ваш успех, каждое, что вы купите в этой жизни, благодаря этому бизнесу, это будет вашим успехом. Но этим успехом вы обязаны своей команде. И вы должны всегда оставаться оплайном, рабочим оплайном. Быть оплайном нелегко, но это этого стоит. Оплайны, будьте честны, тверды. Будьте примером для своей организации. Спасибо большое.